приветствую вас, уважаемые слушатели. Сегодня у нас будет один из самых лучших природных эликсиров для очищения организма, восстановления на клеточном уровне поврежденных органов, а также с этим эликсиром можно потихонечку худеть. Ну, самое главное, это есть, конечно, у каждого продукта противопоказания. Это первое, непереносимость, различные аллергические реакции. Если у вас гастрит или язвенная болезнь, особенно в стадии воспаления, в активной стадии, я тоже не рекомендую пить этот эликсир. Также данный эликсир отлично разжижает кровь и тем самым препятствует образованию тромбов. А если у вас есть небольшие тромбы, то со временем он будет их вымывать. Что же это за эликсир? Это смесь двух соков. Это сок тыквы и это сок лимона. Первое. Лимон у нас работает на очищение. Лимон у нас работает на похудение. Лимон у нас работает для разжижения крови и убирает тромбы. Тыква у нас работает восстанавливающе. Восстанавливает орган, восстанавливает клеточки печени и других органов. И совместно с лимоном также само очень мягко работает на очищение и восстановление всего организма. И теперь очень важно правильно принимать эти смесь этих соков, чтобы наступил максимально положительный эффект. Просто берем, каждое утро выдавливаем женщины 200-250 мл сока, выдавливаем с тыквы. Мужчины 300-350 мл сока. Если мужчина очень большой, можно и больше. Дальше берем в этот сок, выдавливаем лимон. Лимона можно брать разное количество. От столовой ложки до практически целого небольшого лимона. Все это смешиваем. И обязательно натощак с 5 до 8 часов утра это все выпиваем. Строго натощак. И после этого желательно не кушать как можно дольше. Идеально где-то 1,5 часа. Потом идеальный вариант покушать, но не сильно. Такой себе легкий завтрак. И нормально можно кушать уже примерно в 11-12 часов. Также для закрепления результатов, но уже без лимона, сок тыквы можно пить и на ночь. Если вы кушаете в 7 часов вечера, где-то перед сном за 1/2 часа выдавите себе на соковыжималке небольшое количество сока, 100-150 мл женщинам, и мужчинам можно 200-250 мл. И перед сном примерно за 1/2 часа выпивайте. Вот такая терапия. Идеально поработать где-то 3 недели. Если хотите дальше работать с данным соком, можно. Но обязательно надо сделать перерыв. Также 2 недели. И так обязательно курсами можете пройти где-то 4-6 курсов.